Вторая карта. Тундра Esports против Team Secret. Пожилой Пупей. Возможно, это последний шанс. Ну, не последний шанс, а шанс там ему будет, даже если он здесь проиграет, еще там в нижней сетке. А в принципе, в общем, возможно, это последний инт для Пупея. Говорят, что Пупеюшка собирается уйти, но уйдет ли красиво, кто его знает. Поэтому давайте смотреть быстро по пику. Феникс, девятиклассник на Дарквиллу, Топса на Вайтспирите, Пюрех на Алхимике и Рамзес, три шестерочки и Кентавр. Бум на Энигме. Кстати, Бум куда круче играет на Энигме, нежели Рамзес. Кордон на Шторме. Ничего не поменялось. Шишак. Не спалил, на ком там шишак. А, ну вот. На Марсе. Шишак. Интересный никнейм. Да, шишак. Ну, кекаю чуток. Че, нельзя, что ли, не покекать? Так. Рейзер есть. Че, не керри, а Рейзер в натуре? Кристаллис. Что-то примудрили сами себе. И Пупеюшка на петухе, да? Мака от одних, от вторых пойдут они что-то какие-то ворды ставить. Кстати, возможно, сейчас найдут друг друга вражеского лесу, либо нет. Так, поставили вардик, чтобы видеть какое-то перемещение, либо руну. Ну а пацаны из Secret поставили вот здесь, чтобы попроще можно видеть перемещение от мидера на топ, либо перемещение от саппорта с топа на их линию, какой-то там выход. Возможно, не самые стандартные, но ничего нового по вардам. И вот еще один вард. Это уже для мидера. Да? Ладно. Посмотрим. Так. Драки, походу, не будет. Откинулись скиллами. Кристаллис. Вроде как в спруты наступил, но там ничего стрёмного. Да, ничего сложного. Шиша, кстати, находит вард. Разбивает. Получает за это золото. И даже экспы. Четверть уровня. Так, ну что. Противостояние почти тоже. Спириты у нас в миду. Очень частое явление. Только здесь вместо Эмбер Спирита Войд Спирит. Да. Вот как-то так. Так. Ну, поменялись. Да. Тот же быстрый батл. До второй минутки, чтобы все успеть намазаться, обмазаться этой руной и хорошо стоять. Ладно. Но Void Spirit будет поинтереснее уже Ember Spirit. Да. Мне нравится больше Void Spirit, нежели Ember. Согласен. Так, нападение здесь на девятиклассника. Кстати, девятиклассник может отвалиться. Нет. 40 хп остается. Жив Орел, да? Рамзес теряет дэмэдж. Кристаллис высосал 27 дэмэдж. Будет фармить чуток поприятнее. Получше добивать крипов. Петух. Не знаю. Спорное решение. Не смотрел баны, что там было по банам, поэтому... Ну и ладно. Посмотрим, как пойдет. Ну, за счет Нигмы, да, шансы велики. Но, блин, надо смотреть. Вот, хотят они Пюреху, кстати, возможно, заберут. Да.
В ответ White Moon может убить Шишака. Кстати, еще одна тычка нужна. Нет, две уже нужно было. Не успевает. А сам-то может отлететь. У них много, очень много урона за счет эталонов. Он постоянно их юзает. Владит там и... Эталоны много урона имеют. Да. Так, кентавр постоянно без дэмэджа. Кристаллис постоянно сосет, насасывает. Посмотрим, как Рамзес постоит. На прошлой игре довольно-таки неплохо, довольно-таки уверенно отыграл на Бетрайдере, да, на этой летучей мыши. Постоянно его сравниваю с той Энигмой, которую я наблюдал, это ужасно. Это ужасно, не пикайте, пожалуйста, ему Энигму, потому что он очень плохо играет на ней. Возможно, еще хуже, чем из меня комментатор, да. Эх, ну ладно, но мы стараемся, реально стараемся. Мне по кайфу. Хочется верить, что рано или поздно и вам будет по кайфу. Поэтому. Ну, смотрю очень давно, ребят. Смотрю доту очень и очень давно. Со времен первого International. Еще помню, такой малый. Сидел, ну, в ноутбуке залипал. Там постоянно какие-то проблемы со связью, со звуком. Ужас, ужас. Но было что-то нечто. Ладно. Такая небольшая. Отбивочка от карты. Что здесь? Ну а здесь Кордон. Соло, да. Ну получается, что да. Просто соло напихал. Вот спириту. Как так? Топсан. Что за дела? Не дело, не дело. Это тут не царскую дело. Как пюреха на алхимике? Ну да нормально. Блин, нормально. А вот как Кристаллис на Рейзере, не знаю. Мне, в принципе, не нравится Разор. Он плохо фармит, да. Постоянно надо вот это сосать что-то там. Не знаю, как какой-то нестабильный керри. Мне не нравится. Ситуативный, мне кажется, больше. Если есть в Secret какая-то задумка, которую, кстати, я пока не понимаю. Реально, ну, без понятия. Что они хотят этим Разором сделать? Сосать дэмэдж в алхимика. Ну так пофигу алхимику на этот дэмэдж. Радик на фарме там накинул баночку туда-сюда и Рамзес поддержал и есть фраг. На крайняк БКБ линка и пошел. Либо лотус кто-то купит, накидывать будет лотус и пофигу на этого Разора, на то, что он высасывает из тебя урон. Кстати, ну пока не пофигу Рамзесу. Рамзес успел отстанется, да? Поэтому будет жить. Если бы... Блин, а здесь потеряли Марси. Да, кстати, могут потерять еще и Бума. Еще надо две тычки. Да, две тычки. Ну, минус фраг, да. Будет банка. Если, конечно, не обосрется. Не обосрался. Не обосрался. Застанил себя, но... Тут же и убил Энигму. Поэтому, пацаны, не обосрался. Так, ну а здесь Марси подошел к Войт Спириту. Хотят они второй раз его поиметь. Блин, ну жалко Топсона, что получится, да? Возможно, да, разменяют. Молодец, девятиклассник, пришел, прилетел. Не зассал, как говорится, не зассал и познакомился. Поэтому разменялись они. Конечно же, в плюс для Secret, так как они получили не только голду, да, а еще и опыт. Это важно. На первых минутах это очень важно, ребят. Даже не на первых, даже в мидгейме это важно получать опыт, так как опыта много. Так, возвращается Топсон. Кстати, у него две смерти, ребят. Начинает с 0-2. Но мы это знаем. Когда-то и Сумаил там начинал 0 сколько-то, а потом разваливал, да? Поэтому... Это все относительно. Так, пошло нападение на Пюреху. Пюреха хочет накинуть баночку, ну, возможно... Да... Банка прилетит уже в дай, когда будет там посасывать коктейли какие-то. Либо, возможно, знакомиться с девушками, которые вовсе-то и не девушки. Да. Ладно, что там Топсон? Несет себе сапог, вероятнее всего. Есть у него брейсер, есть у него Magic Wand. Так, Dark Willum забирает свою руну мудрости. Насыпали ей за этот чуток опыта.
Хочет он себе сделать арканбуцы. Да, принес себе тапок Войт. Войт Спирит, конечно же. Так, что тут Войт Мун? Есть. Это кольцо ХП, да? Да. Кольцо Регена. Энигма имеет уже Транквилы. Есть у нее Виндлейс. Так, Пюреха что-то хочет, либо нет. Но... Кстати, возможно, умрет Марси. Сори, ребят. Да, кстати, Марси за этого должен умереть. Нет. Не дал он последнюю тычку. Да, показывает, что КД. Действительно, КД. Шишак типает. Красавчик. Ну, мемно. Сори, ребят, сори, что ору голос. Ну, это мемно и не только смешно, но и печально, потому что Керри Алхимик, который за там полминуты дофига нафармит, он просто стоит, смотрит, наблюдает, как денежка улетает, да. Это, знаете, это как про босяка какого-то. Он сидит, смотрит там дома, как денежка улетает, постоянно мимо него, мимо глаз. Так, ну а здесь отличный выход в Кордона, но... Самой малость не хватило. Там где-то 150 хп было еще. Довольно-таки много. Уставший. Да вы постоянно говорите, что я уставший. Ну, потому что я после тренировки, ребят. Подъем в 7 утра. А когда было СНГ квалы в 10, тогда в 6. Центральную башню сил тьмы атакуют. Подъем. Да. Потому что хочется позаниматься до матчей. Ну, чтобы вечер был свободный. Плюс, если там 4 матча, так потом, ну, нету времени просто физически. Потому что все уже закрыто. Как-то так. Так, что там Топсон? Есть у него ПТ. Апнутые стики и Брейса. Так, нашел он здесь Пупея. Возможно, прыгнет дальше, да. Но здесь Кристаллис. Пришел на помощь. Блин, ну Топсон хочет на характере. Да, кстати, забирает. Так, а сейчас и умрет Кристаллис, который вписался за своего товарища, да? 6-3, ребят, 6-3. Начинает Тундра. Пожилой Пупей. Хочется верить, что он, да, измерил давление. Что давление в норме. Ну, скорее всего, в норме, раз играет, правильно? Принял там какие-то колеса. Чтобы, ну, не волноваться, да? Не агрессировать на своих пацанов, на ребят. А то в предыдущей игре Кордон первым написал ГГ, возможно, получил за это вот такого отцовского леща от Пупеюшки. Говорит, рыбку любишь? Если любишь, на тебе леща. Леща хавай, говорит Пупей. Да, да. Ну, а что поделать? А нет, да, возможно, Пупей уже... Давно этим не занимается, ребят. Откуда мне знать? Отличный парень этот Пупей. О, отлично, смотрите его интервью, когда он там... Ладно, это потом. Пошло нападение здесь на Рамзеса. Есть страх от Дарквилум. Ставится какое-то защитное яйцо. Возможно, сейчас будет оглушение. Нет, кстати, не будет оглушения по Кордону. Кордон на ТП улетает. Уйдет? Да, уйдет. А нет, блин, успел. Успел Пюреха кинуть баночку. Ну, получается, Тундра красавчик. Да, есть у него уже Рединс, нам показывает, да, потому что он скорее всего, купил Талисман of Evasion, да? Так, погодите, где там курица? Не купил? А что, и нет у него Талисман of Evasion, да? Пока нету. Ну, ладно, тогда еще нету Рединс. Я что-то подумал, что там уже Талисман of Evasion, и хватает денег на Сакрет. Так, здесь Топсон нашел Бума и говорит, иди домой, лети в Тай, отдыхай, получай бесплатное ТП и радуйся тому, что дали тебе это бесплатное ТП. Соточку заработал или не потерял? Скорее всего, не потерял. Да. ТПшечку потом вернешься назад. Так, девятиклассник здесь что-то хочет, возможно, какие-то варды поставить, кто его знает. Стянулся он в центр. Там, кстати, есть рядом Марси, по-моему, нет. И там Шторм... Да, есть Марси, есть Шторм Спирит. Так, что там? Нападение на Пупея. Пупея пока жив. Жив, но недолго жил. Жив-жил, да.
Ну и жил и не тужил. Ну, недолго фрай танцевал, да? Недолго музыка играла, как говорится. А у пупея возраст такой, что уже и танцевать тяжело, ребят. Музыку слушать Центральную пока башню можно. Солнца мы атакуют. Так, есть Фейзен. Марси. Кстати, Марси потом выходит в очень и очень боевую единицу. Будет ли здесь? Да, будет. Мы сразу. Мы наблюдаем то, что там тут же. БКБ после этого. Центральная башня сил тьмы разрушена. Не нравится Верхние Разор, я башни уже сил отвечал света на этот атакуют. вопрос. Не нравится, а Сила Разора света укрепили свои сооружения. плохой керри. Да и мидер мне, в принципе, не нравится Разор, все. Но я-то что? Я-то здесь, парни там, они играют, им виднее. Нижнюю башню сил света Если атакуют. есть какой-то смысл, Верхнюю да, какая-то башню сил задумка, тьмы тогда понятно. атакуют. Если они просто там пикнули, чтобы что-то закрыть, да, чтобы высасывать в Рамзеса урон, тогда, ну, простите. Так, нападение на White Moon. White Moon улетает, но ненадолго. Тьмы разрушена. Пятером здесь ребята из Secret, да. Стянулись они вниз. Хотят забрать Т1 Tower. Пока Нижнюю ребята еще башню сил втроем в света смоках. атакуют. Делают какую-то вылазку. Планируют в мид Нижняя башня сил пойти. света Возможно, поймать разрушена. Топсона. Хотят они, можно через Пупея Салан, да. Полились. И на Эрексе, и Топсон тут же отходит. Пока с Эрексе все нормально, да? Центральную башню сил света атакуют. Пока дисфункции нету. Так, битва за руну. Че, а руна снизу у нас, да? Какая руна? Руна щита. Ну и ладно. Лучше что-то, Нижнюю чем башню ничего, сил правильно? света атакуют. Вот Верхнюю и я-то башню сил говорю. тьмы атакуют. Лучше иметь что-то, чем никого не иметь. Вот так вот. Так, нафармил Рамза себе блинк. Возможно, стоит купить какие-то смока и пойти реализовать этот блинк на какого-то Разора, либо на Энигму. Так, есть. Здесь уже Рединс. В Рамзеса. Ой, в Рамзеса, прошу прощения, в пюре. Пюрешечки. Ну, я привык, что Рамзес керри, блин. Кто сильнее, пюре либо Рамзес на керри? Ну, мне кажется, что Рамзес. Ну, блин, Рамзес хороший керри, ребят. Уже не молодой, согласен, уже не так, как было, но... Ну и времена не те, правильно, все стареют. Время летит. Верхнюю башню сил тьмы Дота атакуют. по-прежнему ломается, как и раньше. Стабильность это наше все. Так, Пупеюшка здесь почти нашел Топсона. Есть пруты, кстати, на Вайтмуна. Кордон хотел напасть на Дарквиллу, но девятиклассник спрятался у Shadow Realm, поэтому живой, живой. Так, пюрешечка фармит. Нет, а я смотрел, да, ну, много игр. Пюрешечка сыграл на... Сори. Много игр сыграл он на Алхимике, поэтому знает, что делать, ребят. Реально знает. Силы света Хз, что используют они хотели скорее. сказать этим морозором? 6300 у него Нетворса и Нижнюю башню 6200 сил у света Кентавра. атакуют. Чего они с этим? Но я пока не наблюдаю здесь какой-то задумки, да. Так, пошли спруты. Есть встреча Shadow Realm. На этом все. Силы света Размяли чутко. используют Ой. сканирование. Здесь отлично. 4 у нас, да, получается, стак. Поднял бабла. Три топора. Хотели поймать здесь на фарме этих эншентов, но чуть опоздали. На секунд бы 10 раньше был бы фраг на шторме, но... Ах, поймали, боже! Как же он это сделал? Там вижна не было, как он сдал? Типа просто так прыгнул, интуиция, что ли?
Но если интуиция, тогда красавчик. Красавчик только если не читер. Реально. Читера не уважаем, ребят. Соблюдайте правила. Играйте без каких-либо дополнительных программ. Правильно. Уважайте друг друга. Любите друг друга. Улыбайтесь. Желаю вам приятного просмотра, ребят. Приятного аппетита, если вы сейчас кушаете. Улыбайтесь почаще, пожалуйста. Даже когда плохо, улыбайтесь. Так. Бум, нафармил себе блинк и пошли дофармим БКБ. Нет, секрет здесь списывать нельзя, потому что там есть энигма. Говорю, бум неплохо играет на энигме. Ну, а чё там? Ну, купил, блин, купил БКБ, прыгнул, дал блэкхол. Да и всё. Чё, делов-то? Ну да, да, в рейтинге, конечно, обсираешься. Согласен. Согласен. Трындеть не мешки, не мешки ворочить, правильно? Или как там говорится? Ну, я просто стараюсь не материться, ребят, поэтому не буду, не стану, не хочу. Почему так? Ну, потому что материться... Ну, это не уровень, ребята. Тот, кто матерится... Как бы вам правильно пояснить? Намного приятнее общаться с человеком, который не матерится, который не заменяет там... Матерное слово для связки каких-то там, да, чтобы что-то тебе рассказать. Поэтому лучше не материться. Но тяжело, согласен. Если ты привык постоянно материться там, то это тяжело. Но мы же ко всему привыкаем, правильно? Привыкаем, да. Так. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Второй тавер в топе упал. Нету уже Т2. 7К преимущество. Кстати, как и в прошлом матче, 7К преимущество и 7 фрагов разница. Вот так вот. Один фраг, 1К голды. Красавчики. Считаю. Вот эти бы сразу бы здесь вылезли. Там про цифры, поэтому срань. Да, да, сценарий заговора. Ладно. Вот, я о чем. Даже алхимик покупает себе арчит. Потом будет апать его Булторна. Все покупают этот арчит. Хороший предмет в этом патче. В принципе, в любом патче полезный. Просто для кого-то больше, для кого-то меньше. Все. Штормы как там собирали себе 6, 7, 8 лет назад. Эти арчиды так и по сейчас. Так, здесь нападение на Гордона. Танчик спруты, баночка, и это минус. Блин, и Пюреха так пошел уже на ХГ. Смотрите. Почти половину. Ой, яйца имеются, ребята. Имеются яйца. Так он сейчас... Ну вы потеряете сейчас Т3. Ладно, отходит. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Знаете, уверенно. Уверенно. Нижнюю башню сил тьмы. Все любят уверенность. Это правда. Есть уже БКБ у Разора. Теперь он не просто может сосать, а уже какой-то даже дэмэдж наносить. Секунд 9. Да, если получится. Да, это кусок дерьма, отвечаю, ребят. Это как панга, только еще хуже. Ладно, не буду так выражаться, вы правы. Про кусок дерьма, сори. Эмоции просто, вот и все. Силы тьмы используют сканирование. Не хотел кого-то обидеть этим выражением, если что. Блин, самый малость не попал. Чуть-чуть. Что нигма скрылась. В тумане войны улетела.
так. Башня сил тьмы разрушена. Минус Т1 снизу. Ну, пошел. Пошла подлива. Отходит, да. Центральную башню. Хотят смока прожать, атакуют. Да, прожимают смоки. Чувствуют. Чувствую каждую мышцу. Да, чувствует, ребята. Силы света используют сканирование. Знают пацаны, что там есть. Ребятки. Что есть там секрет, что они снизу, что они также хитро умные. Так. Спалился Кристаллис. Говорит, вот он я, вот он здесь. Но у Кристаллиса есть уже БКБ, поэтому может позволить себе. Так, пошла здесь банка. Ой, походу банка в одного, да. Банка в себя. Ой, спалились уже, надо что-то делать. Да, да, та самая драка за полторушку жигулёвскую. Ой, пошел бум, кстати, неплохой, неплохой Black Hole. Вот так вот. Есть Black Hole. Блин, ну я думал, заберут еще. Ну, заберут, да. Да. Или нет. Офигеть. Офигеть, они реально не забрали Топсона? Блин, ну вот вам White Spirit. Так, ну ладно, еще минус Феникс будет, потому что он в самом эпицентре драки поставил яйцо. Кстати, девятиклассника забрали. 3 в 1. Я говорю, что бум неплохо играет. Ну круто, да пофигу, что в одного. Это чем кончилось? Драка кончилась тем, что минус 3. Так что одного, но того, кого надо, как говорится. Синица в руках, правильно? Или как там говорится? Хрен его знает. Забирает себе волшебство, с волшебством так вообще. Можно такое чудить. Башня сил света разрушена. Шторм Спирит после БКБ и Метеора хочет сделать себе арчит. Силы света используют сканирование. Ну, дэмэдж есть. Есть дэмэдж. Мы это могли только что наблюдать. В прошлой драке, что даже... Но он уже поражал БКБ. Он в Black Hole был с БКБ. Поэтому... Нижнюю башню сил света атакуют. Баунти. Вторая попытка. И, кстати, вторая попытка, скорее всего, будет позитивная. Для тундры. Центральную башню сил света атакуют. Ну да, не знают они. Почему сами не пошли? Без понятия. Так, есть метеор по Т2 в центре. Силы тьмы используют сканирование. Скоро будет. А, он передумал. Хочет сделать Вичблейд. Ну ладно. Кажется, это более выгодное и правильное решение. Да. Чем орчит? Нет, так орчит тоже полезен. И возможно он после Вичблейда купит себе этот орчит. Да. Я же не говорю. Но Вичблейд плюс дэмэдж. Плюс там неплохая пассивка. Так, ну Энигма тут же делает рефрешер. Хватит ли маны? Вот в чем вопрос. Так, нашел, кстати, он Кордона. Заставил прожать БКБ. Это плюс. Плюс. Маленький плюсик, потому что КД, это все КД, это минус секунда. Регенерация. Алхимик боевой. Просто. Много. Много нетворца, ребят. Реально много. Так, есть здесь нападение на Кристаллиса, но он прожимает БКБ. В ответ, не в ответ, еще нападение на Марси, забирает они Марси. Топсон постарался.
Топсон получается красавчик, так как Марсе удалось забрать, а Кристаллиса не удалось. У Кристаллиса есть БКБ, у Марса, скорее всего, БКБ нет. Либо уже есть. Давайте чекнем. Что нам? Нет, пока нету. Еще так порядочно осталось до БКБ. Еще половина. Еще. Да еще раз, да еще много раз. Сори. Хорошее настроение, ребят, хорошая верхнюю погода. Башню сил тьмы атакуют. Нет, это вторая карта, видишь, там закрашен прямоугольничек, маленький такой, сверху. Нижнюю башню сил света атакуют. Это означает, что... Да, да. Это отображает, что первая карта была за тундрой. Что там? А что ты меня гонишь, что ты не знал? Все ты знал. Ты просто хотел спросить. Шучу. Шучу, правда. Так, есть уже Witchblade. Дальше делать себе грим. Хочет давать блэкхолы. Ну, после блэкхола там двоих-троих стянуть, если блэкхол был довольно-таки удачный. Нижнюю башню сил света атакуют. Так, найдет ли Топсон? Нет, потому что он улетает на ТП. Да, показывает нам, что почти половину... Шторм собрал хилпоинтов у Тавра. Но в Разора пока очень мало, ребят. Это не показатель. Ну, как бы мало. Мы же сравниваем, да, с противником. Именно с Пюрехой. У него 24к. Почти разница в 9к, ребят. Дарквиллу в соло девятиклассника нахлобучила, а? Говорит, отдай обед, твари! Обед отдай. Так, нашли здесь еще Разора, прыгнули, застанули, ну а Топсон вперед прыгнул на Пупеюшка. Пупеюшка вроде как улетел. Здесь есть яйцо. Возможно, Топсон сейчас умрет. Или нет? Нет. Уходит. Кто-то дал ему там, походу, Глиммер Кейп. А здесь есть фокус Кристаллиса. Есть еще БКБ у химика, не прожимал. Ладно. А что, у нас был байбек, что ли? Да. Байбек на Самарс. Блин. Вот так вот, ребята. Так, на кого-то там полетел. Не на кого, просто отступил. Ой, прикольный вард вот здесь, реально, пацаны. Берите себе на заметку. Это прикольный вард. Он очень много освещает. Да. Ну, тяжело его там спалить. Не, ну, понятно, если тебя там раз-два убили, ты должен понимать, что там где-то есть вижен. Если ты особо нигде не показывался. Так, есть танчик по White Moon'у. Быстрая смерть. Говорит, иди домой. Так, что там? Есть уже, кстати, Лотус. Есть Этернал Шрауд после блинка. Два Брейсера и Фульзы. Вот Рамзес собирает Фульзы. Понимает, что это сила. Центральную башню сил тьмы атакуют. Так, ну что там Пюреха? Покажите Пюреху. Кордон на ХГ стоит. Спалил, что здесь готовит выход. Говорит, уваливайте, уваливайте. Именно так, уваливайте. Ну, сваливайте. Там, уносите ноги. Так. Будет ли... Да, будет блэкхолл. Тут же сбивают. Ах, красавчик Дарквиллов. Если выживет еще Топсон, ну так, ты смотри, ну получается красавчик, да. Так, пошло нападение, есть там банка в Энигму.
Простите, шторма довольно-таки быстро шторм отправился в Таиланд. Пошел еще фокус по Разору. Ну, смотрите, что с этим случилось. Да, он высосал 150 хп. Ну, просто пюрех и вообще пофигу. Реально похеру. Там бешеная скорость атаки. Смотрите, ну, ну все, наигрались. Да. Знаете, в чем плюс? Что они вместе нахуй в Тай могут уехать. Опять матерюсь, да? Простите, ребят. Да, вместе в Таиланд. Правда, вот Пупеха уже съездил, говорит, мне достаточно. Достаточно, там полный букет этих. Да, да. Так, ну что там? Кстати. Первая линия. В прошлой игре топ также был первым демонтирован. Тут же Пюреха переключается на центр. Изумительная скорость атаки. Да. Хотят сделать минус две стороны. Ну и сделает, да. Круто. Ну все, отойти, зафиксировать. Преимущество зафиксировать. Какие-то новые артефакты. Пропилисосить всю карту и... Ага, хотят тут и сейчас, ребят, молодцы. Уважаю за тут и сейчас. Либо отойдут. Кстати, что там по таймеру на Рошана? Полминуты, можно отойти на Рошана, ребят. Получить АЕС, что, в принципе, они, скорее всего, и сделают, да? Чтобы так, ну, уверенно. Да? Уверенность это важно, ребят. Для мужчин так точно. За женщин не знаю. Ладно, смотрим. Чуть-чуть не хватило Рамзесу. Можно было даже не прожимать БКБ, потому что он все равно бы... Раньше бы не хватало. Так, прыгает Пюр. Вперед на Т3 Tower. Демонтаж. Так, есть Black Hole. Есть Black Hole. Минус Алхимик. Ну, получается, что была ошибка. Нужно было идти на Рошана. Так бы сейчас была только первая смерть. Ладно, здесь фокусят Топсона. Не помогает страх от Дарквиллу. Уже минус 2. Поэтому он удачно свалил. Так. Итак, ребят, что мы имеем по итогу боя? Да? 4 косаря. Эти так вообще косарь 200 потеряли. Проблема какая? Проблема в том, что нужно было пойти на Рошана. Вот они бы пошли на Рошана, забрали бы АЕС, убили разочек. Один разочек бы все-таки они убили алхимика, пюрешечку. Но он бы, да, ну, ожил, встал, навалял и, в принципе, все. Ну, а как тут? Второй раз не было. Ну, я понимаю, что не будет там уже ультимейта, вот этого, да, БКБшечки, но это же плюс один персонаж, керри, который, если что. Увесистая тычка с руки, радианцем всех жжет. Может там баночку кинуть, спрея подлить. Но ошибка стоила что? Дополнительных минут. Пофармить. И хотят они Рошана, но не с этим разором. Этого Рошана в жизни не убьют. Реально. Там пацаны толпой уже съездят два раза в Тай, а они еще будут бить этого Рошана. Дрочить ему. Так, смоки на смоки. Видят они. Они петуха. Говорит, мы не хотим петуха. Сегодня не по петухам. Говорит, нам подавай какого-то сладенького. Так, ну что там пошло? Так, удачное нападение на Феникса. Через стан. Убьют. Убили, да. Что по байбеку? Байбек есть. Если что. Дедуля на байбеке. Пожилой. Так. Кристаллис. Засасывает. Есть Black Hole. И... Блин, сори, звонят. Центральную башню сил тьмы атакуют.
Блин, сори, ребята. Звонок был важен. Точнее, не важен, но, сука, отвлекся и провтыкал всю драку. Так, что там у нас? Опять тундер отлетели, да? Ну, по итогам боя. Да там за тачку звонили, а. Получается, что я обосрался, да? Провтыкал драку. Ну, прошу прощения, ребят. Да каждый звонок может быть важен, поэтому я что, ну, номера не знаю, кто-то звонит. Ну да, да, да. Не, да если я смотрю, что номер знакомый, так можно не взять, потому что может что-то и несрочное. А если номера не знаю, так что? Ладно, давайте здесь посмотрим, хотят они этого Рошана. Без пюрехи так тяжело, тяжеловато, правда? Где там пюреха? Где пюреха, блин? Подошел пюреха. Вот, сразу дэмэдж пошел. А? Рошан убит силами света. О, теперь бессмертные. Очень на это надеюсь. Так, что там в Бума? Есть тапочки грейдженые, блиндагер, БКБ и Октарин Кор. Но последние блэкхолы неплохие, реально. Марси есть БКБшечка. Что там, Шторма? Виджблейд, Аганим. Метеор, ну все как было, только появился еще Аганим. Ну, петух понятно, Солар Крест. И гост. Ладно, ладно. Что тут у Редик? Блинк. Ну, для силовиков, да? Тулторн. Кераса. Хочет Аганим. Возможно, кому-то. Но невозможно, скорее всего. Так, Кентавр. Этелнер Шаут был. Блинк был. Появилась Тарасочка, да? 4700. Я вам говорил, пацаны, на 40-й минуте будет больше 4К. 4700. Что делать с этим Кентавром, а? Вот я не знаю. Так, Феникс. Грейдженные ветра. Витвейкер. Отличный артефакт, кстати. Все покупают. В Лайте даже себе Керри покупает этот артефакт. Дарквилл. Угнемер Кейп. Есть. Гем, кстати, спирженный, да? У Вайтмуна. Где там Вайтмун этот? Или не? А, нет. Простите. Да, не спирженный, ладно. Линка, кстати, линка. Ну, как я говорил, будет линка. Ладно, пошла какая-то драка. Или нет? Видели, что грейдженные ветра как спасают? Да, есть вот спирит линка. Так. Отсасывает кристаллис, отсасывает, пересасывает, поэтому, грубо говоря, ничего не насосал. Ну, убили первый раз алхимика. Потеряли его спирита, пока мы смотрели, как там гоняются за Марси. Блин, ну размен его спирита на Марси, он существенный. Да, о чем и речь? О том, что вот он первый раз умер и вторая жизнь. Не пошли дальше, секрет. А это все могло, они могли сделать еще тогда, когда заходили на третью сторону. Ну, когда две сломали, да. Ладно, ладно, смотрим. Нападение на Шторма подвязал, банкой попал, но Шторм успел подвязать, поэтому продолжения нету. Так. Кордон, ой, апнул себе Вичблейд по разму. Алхимик 6 слотов, да. Есть хекс по Шторму. Забирает Шторма. Шторм, кстати, без байбека. Нету полторухи. Полторухи. Голды. Не Жигулевского. Полторушечка. Ну, а здесь ребята в смоках. Ну, есть рефреша, ребят. Возможно, потенциально два блэкхола. Так. Кого-то там подцепили. Подцепили пожилого деда. Пожилой дед довольно-таки быстро отправился в Таиланд. С бесплатным ТП.
Да, уносит. Вот и унесло. Да, за борт. Как говорится, на фонтан. Так. Ковыряет здесь Рамзес бараки. Так, Хекс. Пошел по Энигме. Будет. Не будет Блэкхола. Пока Пюреха летал. Марси хочет. Хочет в Таиланд, да. Ну все, парни расклеились. Здесь есть еще яйцо. Яйцо взрывается. Делают минус 5. Все улетают в этот Таиланд. Ребята есть тундеры, красавчики, так как ГГ, ГГшечка. Что можно сказать, в принципе, по матчу? Ну, ребята молодцы, да, реально молодцы. С чем мы их поздравляем. Позитивно все. Пупеха будет иметь еще возможность там снизу побороться. То есть, это, напомню, что два слота. Не один, так как в СНГ. Поэтому возможность... Еще будет такая, поехать на The International. Да. Спасибо всем, кто смотрел. Комментируйте, это очень важно. Всех обнял. У нас следующий матч, сейчас скажу вам какой. Так, Entity против OG. Это также верхняя сетка. И завтра уже будет известен первый... кто пройдет на The International, если что. Сегодня у нас будет еще три матча. Entity против OG, OG, Na'Vi против каких-то ребят. Сейчас скажу, я даже не знаю, кто это, кто они такие, что они такие. Dandelions, не знаю правильно, Dandelions или Dandelions, не знаю. Кидаро там играет, Нанде, Палантимос играет, вот, какие-то Open Qual. И заключительный матч, матч будет PSG Quest против Нигма, на вылет. Вот эти последние два матча, они на вылет. Мне кажется, PSG Quest Нигма будет довольно-таки интересный. Можно будет посмотреть. Ну, ладно, об этом позже. Спасибо всем, кто смотрел. Ждите следующего матча.